Образовательные учреждения «Химок» сегодня открыли свои двери сотрудникам Госсадом-технадзора. В рамках операции «Школа», которая стартовала в июле, инспекторы посещают учебные заведения с проверками. Сначала комиссия заглянула во двор 11-го лицея. Здесь выявили несколько незначительных замечаний. Например, до сих пор отсюда не вывезли сломанные ураганом ветки и другой мусор. А вот серьезных нарушений инспекторы не обнаружили. Это наша стандартная работа. То есть вывоз мусора, леса повального во время урагана, старых парт, сломанных материалов. То есть это нормальное явление. Мы все это исправим до 1 сентября. До 1 сентября администрация 11-го лицея приведет в порядок не только территорию двора. В самом здании идет ремонт. Идут работы и внутри школы, расширяются раздевалки, скоро будет закончен косметический ремонт актового зала и нескольких классов. Так что 1 сентября ребята сядут за парты обновленных кабинетов. Следующей точкой рейда стала гимназия номер 7. Территория этого учебного заведения очень ухоженная. Замечаний у проверяющих практически не возникло. Как говорится, кровью и потом дается. Стараемся привлекать все свои силы, все ресурсы, которые у нас есть, возможности. Благодаря трудовому лагерю у нас работают учащиеся. Посильную работу они тоже нам оказывают. На территории Московской области спецоперация «Школа» проводится в июле и августе каждого года. В рамках операции проверяются все учебные заведения, куда должны будут пойти дети. Всего в «Химках» сегодня 30 общеобразовательных учреждений. В рамках операции «Школа» инспекторы должны проверить все учебные заведения. Алексей Житких, Константин Королев, служба новостей.